Казаки, бесконечны ваши силы, ваша слава и честь, патриотам всем пример. Казаки, казаки, страна больше нет России, вы готовы всегда, сразу с детской карьеры. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, даже если поле битвы – творческий конкурс. Так что с места и в карьер ансамбль «Казачья звонница» намерен покорять зрителей и жюри на окружном фестивале «Мы славяне, мы едины». Хору 13 лет, а казачьему братству Нового Уренгоя все 30. Как говорят, казак без веры не казак, и казак без песни не казак. Вот, у нас поют все, даже кто петь не умеет. Впрочем, петь казаки как раз умеют и любят. И песни их такие же яркие и раздольные, как степи, где испокон веков селились эти вольные люди. У нас есть старые песни, которые мы стараемся не забывать. Вот, это само собой. Есть песни и новые эстрадные, вот, которые вы же знаете, вот обычную песню, если казачью взять, она очень длинная. Она может быть куплетов 20. Вот, потому что идут казаки, едут, дорога длинная, и вот они поют, запевало, все остальные подпевают. Но для сцены она не годится. И поэтому большинство песен, ну, так называемых казачьих, которые вы слышите со сцены, это сценический момент, там все обрезано. Но и оригинальное, неурезанное для сцены народное творчество новоуренгойский казачий хор бережно хранит. Главное, говорят артисты, сберечь и передать богатство языка и его особый колорит детям, внукам и правнукам. Если вот взять планы, мы хотим развить свой хор и создать при взрослом ансамбле еще детский. Мы надеемся, что у нас все получится. Если казак поклялся, все, он верный клятве своей. Они и христианству верны. Честь, вера, свобода. Это для казака это закон. Каждый в этом хоровом многоголосье – личность со своей уникальной судьбой. И каждый гордится тем, что казаками были их прадеды, деды, отцы. Николай Городцов знает немало народных песен. Сам он из потомственных казаков, с Донбасса. И как настоящий сын своего народа идет с песней по жизни. Я с 4 класса на сцене, до сих пор на сцене. Я знал, что я буду актером или инженером-механиком. Это брат инженер-механик. Поступал в 57-м году, я закончил 10 классов. Поступал в Харьковский театральный институт. Жил на вокзале. А денег же в колхозе не давали, только продукции, там, всякое зерно там на туда дни. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Славные истории военных походов хор «Казачья звонница» споет 4 ноября в День народного единства на сцене Дворца культуры «Октябрь». Окружной фестиваль «Мы славяне, мы едины» будет продолжаться 2 дня. В субботу отборочный тур, в воскресенье большой галоконцерт. Наталья Коростылева, Алена Ядни, Антон Берестянский. Информационное агентство «Импульс Севера».